Всем привет! Сегодня очередной обзор посылки из интернет-магазина icstation.com. На этот раз магазин прислал комплект для сборки высоковольтного генератора. Из названия комплекта можно понять, что это высокочастотный высоковольтный генератор на 15 кВт. А входное напряжение генератора составляет 3,7 вольта. Цена комплекта составляет $2.09. Вот так он выглядит. На сайте магазина есть подробное описание и характеристики комплекта. В характеристиках указано, что напряжение питания составляет 3,7-4,2 вольта, ток потребления максимальный 2 ампера, выходное напряжение составляет 15 кВт и дистанция дуги 1,5 мм. Ну, здесь параметры указаны некорректно. Ниже в описании есть дополнительная информация. И здесь дистанция дуги составляет 1,5 сантиметра. На сайте приведен полный перечень компонентов. В комплекте идет трансформатор, диод UF4007, транзистор NPN структуры N20, резистор на 120 Ом, винт M3 на 6, переключатель и разъемы для подключения к источнику питания. Комплект дошел довольно быстро, всего за 10 дней. В комплекте идет довольно качественно сделана печатная плата. С обозначением всех элементов. Микропереключатель. Транзистор с радиатором. Диод и резистор. Контакты для подключения к источнику питания. И сам высоковольтный, высокочастотный трансформатор. Вот такой вот компактный. По сути, схема генератора — это обычный блокинг-генератор на одном транзисторе. Трансформатор имеет высоковольтную обмотку и две первичные обмотки. Ну, сейчас я соберу данный комплект и проверим его в работе.
После сборки комплекта получаем такой вот довольно компактный, аккуратный высоковольтный генератор. На выход трансформатора я припаял два контакта. Они разнесены на расстояние около 5 мм. И здесь я припаял разъем для подключения к источнику питания. Питать схему я буду от одной банки литий-ионного аккумулятора. Ну и проверим работу генератора. Подаем питание и наблюдаем на выходе трансформатора высокочастотное высоковольтное напряжение. Это напряжение для человека не опасно. Если во время работы коснуться пальцами контактов трансформатора, можно получить поверхностный ожог кожи. Неприятно, но не смертельно. Эта дуга может поджигать различные предметы. Ну и для примера я покажу работу генератора в качестве источника питания для высоковольтного умножителя напряжения. Это умножитель на 4. Здесь использованы 4 высоковольтных конденсатора на 2 кВ и диоды КЦ106. Расстояние у контактов умножителя около 7 мм. Подаем питание. И видим высоковольтный разряд. Во время работы умножителя вот этих контактов касаться нельзя. Напряжение на выходе умножителя, оно может быть уже опасно для жизни. Ну, при помощи данного генератора можно провести различные опыты с высоким напряжением и использовать его в качестве источника питания для различных высоковольтных устройств. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и всем удачи!